Река Вултава. Карлов мост. Толстый. Они жирнючие, потому что едят все, что им дают. Хлебушек спокойно. Вултава. Сзади у меня Карлов мост. Вон там. Это вход на Карлов мост. Народу куча, тут никогда не бывает мало народу. Мост как мост. С той стороны вот так. Мост мак. Мост как мост, но это же Карлов мост. Это же ж, скажем так, легенда. Вот эти статуи по бокам.
и вот этот каменный тротуар. Он отделяет этот мост от других, не отделяет, отличает от других, которые проложены через Вултаву. Простите. Толпы фотографирующегося народу. Вот так надо раскручивать бренд. Море туристов, казна наполняется. Туристы разных цвет, разного цвета кожи, языков и сословий. По очереди заходят. Там пороги дальше, а надо войти справа в ту узкую улочку. Там надо быть виртуозом. Thank you.
Борис теперь не видели. Вот и закончился мост. Только люди, хотящие посмотреть на него, они не закончатся. Все, вышли с моста. Вот вход с другой стороны.